Надо к работе подготовиться. В общем, мы решили поехать в лес. Купили мангал. Купили курочку. Будем сами разводить костер и жарить курочку. Погода сегодня огонь. Главное, чтобы клещей не было. Надо было от клещей. Там, но уже поздняк, нет. Мы уже все купили. А возле реки нет, не бывает клещей. Олежечка, привет! Мы, конечно, все по тебе очень скучаем, но в этот раз будем все делать без тебя. Обычно ты же у нас за главного. У тебя же идеальный шашлычок. А сегодня нас будет хорек удивлять. Приехали в магазин, он закрыт. Посмотрите, какой прикольный. Очень жаль, что закрыт. Ребят, в общем, нашли мы классное местечко. Огонь просто. Осталось вкусно пожарить курочку. О, мангал есть. Можем даже кони собирать. Кайфово, Тань? Кайфово, можешь меня пофоткать. О, началось. О, можно Оля? Здесь даже можно позагорать. Смотри, песочек есть. Ага, песочек, песочек. Хорек у нас мастер на все руки. Пожалуйста. Ага. Ой, маску-то снять, да, можно? Я уже по привычке, она как будто приросла ко мне. Побежала. Ты что думаешь, он взорвется? Не, ну этот рожик-то, он же это. Все, ждем. Так птички поют. Прям кайф. И так пахнет шишками вкусно и лесом. Надо решетку кто-то, чтобы держала, кто-то мясо выкладывает. Сейчас я иду. Давай. Так выглядит наша курочка в маринаде. Идеальный обед. Подарили мне маску черную. Теперь у меня есть многоразовая маска. Наше путешествие закончилось, и мы возвращаемся в Петербург. Утка сидит, смотрите. Привет! Надо было хлеба тогда взять. Оль, у тебя в машине хлеб был. Ну, не, уже не надо, уже не ходите, ладно. Ну, красиво, красиво. Ребят, сейчас я вам покажу, как здесь красиво. Класс.